наука, технологии, образование должны сквозной линией проходить через все наши нацпроекты и программы. Но в концентрированном виде эта работа будет осуществляться в рамках специального, отдельного национального проекта «Наука». Напомню, на его реализацию в ближайшие 6 лет будет дополнительно направлено более 300 миллиардов рублей, а всего из всех источников 635 миллиардов рублей. Принципиально важно, как мы распорядимся этими ресурсами. Я уже не раз говорил, что нужно оказывать содействие сильным коллективам, ученым и инженерам, которые ведут прорывные, перспективные исследования. Именно по такому принципу работает механизм грантовой поддержки. На его основе уже запущены серьезные научные проекты, в которых участвуют ведущие мировые специалисты. Но нужно прямо сказать, при своей эффективности гранты не стали в полном смысле катализатором системных изменений в научной и университетской среде. Большая часть средств на науку по-прежнему распределяется в рамках привычного государственного задания. По сути, опять финансируется учреждение, точнее, в значительной степени и подчас в абсолютно избыточной степени их административные издержки. И вот я на это хочу особо обратить внимание, уважаемые коллеги.